Итак, друзья, всем привет! Открываем новую рубрику на канале «Технотовары с различных маркетплейсов». Сегодня у нас в видео будет мышка. Очень интересный продукт. Вот так это выглядит. Так как я уже ей пользовался, я могу что-то о ней сказать. Это, наверное, самая лучшая мышка, которую я когда-либо в руках держал, на самом деле. Давайте мы ее распакуем. Аккуратненько. Ну как аккуратненько? Не особо и аккуратненько, но просто распакуем ее. Давайте откроем. В коробке у нас больше ничего нет. Мышка была куплена на Wildberries, упакована вот в такой вот пакетик, он снимается. Это мы отложим. Вот наша мышка. Здесь у нас три кнопочки сверху и две здесь. Мышка игровая и бесшумная. Смотрите. Практически не слышно, как клацают вот эти кнопки. То есть в процессе игры вы не будете ощущать то, что вы кликаете мышкой. Или в процессе работы. Давайте мы подключим ее. Ну и вот так вот она у нас светится. Как только я ее подключаю, она работает. Совместимость с Windows XP, Windows 8, Windows 10, Windows 11. А также компьютеры Mac. Mac и Hackintosh. То есть вот такая вот мышка. Хорошо лежит в руке. Я не буду врать. Очень хорошо лежит в руке. Вот я начинаю клацать. На видео будет слышно, но ощущения, то есть нет тех ощущений, которые вот типа громко мышка клацает, нет, такого нет. Довольно приятно на ощупь, легкая, хорошо лежит в руке. Я рекомендую всем этот товар, ссылочку на товар я оставлю в описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии. Отличная мышка. Всем рекомендую. Ну вот, новый формат на канале все-таки появился. Если видео было полезно и понравилось, лайк, подписка, комментарий. Всем пока.